Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить ремейк второй части этого шедеврального хоррора Resident Evil. Вот. И давайте отправимся, наверное, на второй этаж. Вот. В прошлой серии мы так и не поднялись туда. Там, правда, зомбарь стоит. Ну ладно, придется с ним разобраться. Сейчас вот отсюда, наверное, я постреляю в него. Пока он стоит там. God damn it. О! Ну ладно, пускай он там валяется. Так. Чё он там? Он упал, и что-то его не видно, не слышно. Может, разбился? Ладно, окей. Пускай он там сам себе на уме. Так. Это внизу или здесь был где-то шорох? Ух ты, как стена-то проломлена, вы смотрите. Что-то большое было. Блин. Здесь замок. А здесь уже эти... Имена-то... Имен-то нету. У нас уже два замка, которые мы не можем открыть. Да искать подсказки будет. Окей. Так. Какая-то статуэтка какая-то. Подозрительная. Какие-то шорохи, блин. Ключ. Отлично. Замысловатый ключ. Ключ с головкой в форме пиковой масти. Окей. Отлично. Теперь мы сможем открыть двери. Так, здесь у нас ничего нет. Воу-воу-воу-воу! Какого? А вот, похоже, и лизун. Ха-ха, жесть. Интересно, вот эти цветочки есть можно? Сожрем всю траву в игре. Пипец. Мне что-то страхово. Так. Ящик такой, такой ощущение, как будто его можно разбить, но у нас нечем. Попробовать. Так, порох еще один. Отлично, у нас есть еще порох. Можно будет скомбинировать. Досочки еще. Берем. Блин, у нас всего два места осталось. Смотрите, какой клоун. Кукла прям такая какая-то страшная. Фотография страшная. Больше смахивает на эти, хоррор для, про призраков каких-то. Ну этот полицейский участок, он же раньше был музеем, здесь много всего всякого осталось, короче. Так, ладно, давайте исследуем пока. Вот это помещение. Часы здесь. Еще патрончики. Так, не-не-не, так не пойдет. Давайте смешаем их. Патрончики пока копятся. Это радует. Это очень радует.
Так, C4. Ничего с ними сделать не можем, да? Окей. Что-то сюда еще рано. О, там трупешников сколько лежит. Там без головы. Статуя. Стоит статуя с медальоном. Блин, надо туда пробраться как-то. Чьи-то каракули. Черт этих корпоративных ублюдков. Они меня кинули. После всего, что я сделал. Но раз уж такое дело, будь что будет. Повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. И я запер всех этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. Осталось только ее взорвать, и все. Сайонара, придурки. Но нет, это слишком просто. Может быть, я дам таки тому поехавшему повод хорошенько повыть. Да, думаю, я вручу ему игрушку и скажу, убей того, кто рядом, или все погибнут. Интересно, что произойдет? Вы тут орете про правосудие и гордость, но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника? Да, ты хороший коп, такой хороший, что тебе место в могиле. Черт, а это вообще весело. Включу-ка я музыку. Начальник, это шеф полиции, что ли, писал? Да, он там в оригинале был поехавший такой чувак, короче. Ему этот корпорация Umbrella, по-моему, платила взятки. Вот. У него то, что он творил и разрешал творить Umbrella. У него из-за этого, по-моему, поехала крыша, что ли. Так, ладно. Здесь у нас все. Идем сюда. Так, а это у нас больше похоже на библиотеку. Я припоминаю эту локацию. О, там смотрите внизу. Внизу жесть. Леон, это Марвин. Срочно возвращайся. Ты в порядке, Марвин? Мне нужно тебе кое-что показать. Кое-что важное. Принят, я уже иду. Отлично. Сейчас мы придем к Марвину. Вот эти вот шкафы, их надо будет, по-моему, двигать. Как я помню. Ладно, ладно. Сюда мы вернемся. Давайте. Сбегаем к Марвину. Что-то у него там интересное. Так, не туда. Где тут у нас выход? Отлично. Сюда. Да ладно. Вот наш самоубийца, блин, вылез. Ой, ё, пропустил. Ой, промазал. Пропустил, говорю. Есть, башку ему раскроили. Отлично. Так, зачем я перезарядился? Ну ладно. Такс. Здесь мы были, да? Ладно, бежим к Марвину. Сейчас доски-то проломает как. Будет вообще весело. Так. Нет, не сюда. Блин, заблудиться можно. И не сюда. Закрыто. Так, что-то я не понял. Окей, там зомбарь у нас. Ага, ключ-пикер.
Ну, наконец-то. Подойди, взгляни-ка. Да, я знал, что у нее получится. Вы знакомы? Да, это Клэр. Мы вместе приехали в город. Во двор можно попасть через второй этаж, по восточной стороне. Понял. Спасибо, лейтенант. Так, окей. Найти три медальона. У нас основная задача — найти три медальона. Давайте. Где у нас там печатная машинка? Давайте, наверное, порох. Или хотя. Хотя давайте порох выложим. Да, порох мы выложим. Патроны мы тоже выложим. Оставим на клинок самурая. А в Матильде потратим вот эти 24. Так, здесь у нас трава еще, да? Есть. Давайте ее тоже. А, ее, наверное, оставим, а выложим вот эту. Вот так. Сделаем так. Так, и чё нам, возвращаться обратно в библиотеку? Или давайте в библиотеку вернемся позже. Здесь у нас еще двери. Есть, с пикой, да. О, да ладно. Так. О. Жесть. Твою мать. Так, я не знаю, наверное, вот эти не встанут. Тут что-то... Ножик, отлично. Мать, в затылок. Лежать. Падла. Да блин, что такое косой-то? Леон, соберись. Так. Есть, отлично. Умирай, тварь. Так, сдохла она или нет? Есть, упал. Блин. Воу-воу-воу, за ногу схватил. Куда-то мы тут выбежали, блин. Черт. Фу. Нога у него сломалась. Умирай давай, тварь. Сколько можно, блин? Фу. Жескач какой-то просто. Еще порох. Отлично. Блин, Леону плохо. Леону очень плохо. Карта верхних этажей полицейского участка. О, блин.
Да, Леон, я понимаю, тебе плохо. Так. Единорог. Единорог. Где у нас тут? Блокнот офицера. Рыбы, скорпион и... Это что у нас? Кувшин какой-то. Рыбы, скорпион, вот и кувшин. Есть медальон с единорогом. Большой изукрашенный медальон с изображением таинственного единорога. Ничего к нему там не прикреплено. О боже. Так, здесь у нас еще дверь. Еще у нас в библиотеке там. Жесть, жопа. Так, эта тварь у нас мертвая. Там кого-то жрут, походу. Травушка бы здесь какая-нибудь лежала, я не знаю. Тут Леону совсем нехорошо. Что это? Красная книга. Старая потертая книга. Декор. Кусок пластика в форме книги. Похоже, ее должна была держать какая-то рука. А. Помните, да, на фото? Статуя с книгой, я говорил, похожа на книгу. -то. Наверное, вот она и есть. Там пипец какой-то творится, и мне страшно заходить за шкаф, блин. Зомби жрут друг друга. Очень интересно. Так. Бегом, 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 бегом. О, а куда он делся? Падай. Отлично. Еще живой, блин. Ножик сломался. Ну да ладно. Все, он больше не встанет, наверное. А ты встанешь или нет? Фу, ладно. Вроде как бы очистили мы эту локацию. Так. И чё? Чё-то не хватает, короче. Так, я понимаю, тут надо будет это... делать себе дорогу, да? А, удерживать. А, да ладно. Двигать вот. Надо будет, короче, вот этот опустить, да, чтобы двигать можно было. Понятно. Пока нам рано еще сюда. Получается. Какая-то жесть. О. Так, и там внизу была еще дверь. Ну, Леон, не скули, потерпи немного, ну.
Скоро все кончится. Так. Точнее, не кончится, а найдем мы тебе аптечку. Все будет хорошо. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас дверь была какая-то. А, закрыто. Окей, идем тогда поверху. Картина такая, да? Так, где у нас? А, вон дверь. О, блин! Твою мать! Я аж обосрался. Что так пугаешь-то, блин? Окей, ты к той двери не пробраться теперь. О, пару кирпичей плюсом. Окей. А, у нас есть медальон, можно вставить медальон, кстати. Медальончик подлечиться, наверное, да? Да. Я думаю, да. Так, давайте книгу пока уберем. Она нам пока не нужна, да, в принципе. Так, пистолет тоже убираем. Берем. Так, порох возьмем, да, наверное. Смешаем. Где у нас там? У нас, по-моему, была обычная трава. А, нет. Обычной травы нет. Окей. Патроны, клинок самурая, зеленая с красной, ну и все, да, в принципе. Отлично, это комбинируем, это комбинируем, ну и все. Все, Леон, а ты скулил. Теперь как новенький. Дядьку Валерку, слушай. Говорил же тебе, что скоро полечим тебя. Так. Отлично. Эти медальончики готовы. У нас осталось еще один медальон, надо найти. Ну, в принципе, статую мы видели, только как туда пробраться, пока неизвестно. А здесь еще пароль. Так, открыли. Сброс сюжетных предметов. Ненужные вещи или использованные сюжетные предметы, помеченные значком... Красная галочка, можно выбросить. Для этого нажмите выбросить. Да, всё. Опять потемки. Снова потемки. Так, в какую сторону пойдем? Давайте пойдем сюда. Дверька. Артрум. Отлично, у нас две доски есть. Так, здесь мы сделать ничего не можем. Вы слышите? Что за звук? Так. Статья «Красный камень». Рубин, манивший Эдуарда Черного Принца, жемчужина, которая осушила властелина Нила,
Бриллиант, приведший королеву в гильотине. Каких только историй не складывали о драгоценностях. Этот таинственный красный камень лишь очередной пункт в списке подобных самоцветов. Как и в случае с упомянутыми драгоценностями, мы не знаем, откуда взялся этот камень. Говорят, будто он украшал шкатулку дворянина и даже был посвящен мудрому монарху. Этой осенью окутанный легендами камень будет представлен на аукционе, где, конечно, соберется множество страстных энтузиастов. Но, дорогой читатель, не стоит забывать об осторожности, ведь в тени прекрасного кроется недоброе. Камень обратил многих дворян, прежде заботившихся о своих подданных, в тиранов ничуть не лучше Калигулы. И это не сказки. Правду говорят, что именно кровь, коей облиты эти самоцветы, будоражит сердца и умы людей по всему миру. Так, красный камень, он тот, я полагаю, да? Про него написано. О, я думал кнопка. Карта доступа, отлично. Я так предполагаю, это карта доступа к ружью. Шкаф с оружием, на ней написана карта от шкафа с оружием. Да, именно он. Можно будет сгонять за дробовиком, отлично. Так. Рука у нас тут. Левая рука статуи. Зачем нам левая рука? Левая рука сделана из гипса. Похоже, она должна была что-то держать. Книгу. Книгу она должна была держать, да? Именно. А книгу мы только что выложили, блин. Окей. Ладно, раз уж такая пьянка по... О! Ладно. Раз уж такая пьянка пошла, давайте... Сбегаем за... картой. Ой, за картой, за книгой. Может, за ружьем еще заодно сбегать? Загрузки все здесь. Так, где там книга? Наверное, объединить. Отлично. Объединились с книгой. Так. Ну давайте сбегаем за ружьем. Выкинем карту, чтобы она место не занимала. Так, я не знаю, заколотить эти окна. Давайте тоже заколотим. На всякий случай. Потому что... А, здесь крест у нас. Потому что фиг знает. Кто из этих окон может повылазить. Интересно, доски эти, они навсегда... Да ну нафиг. И лежит. А. Или я перепутал что-то. Кстати, ножика у нас нет. А, ножик у нас сломался. У эту паря. Туплю и туплю. Так. Что-то этих мест я вообще не помню. Вот эту дверь я что-то не помню. Вот замок закрыто. А, я к ней не подходил, по-моему. Да, я через окно залазил. Точняк. Так, где там? Кнопки у нас нет.
Здорово. Так, а карта там все, да, осталось? Ебой. В W870. Четырехзарядный помповый дробовик 12 калибра. Прочный стальной затвор принес этой модели славу за удобство и неприхотливость. Вот такой вот ружьишка. Окей. Окей. Так, давайте его перезарядим. Сразу же. Ну что, двигаемся. Так. Через эту дверь, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, с тобой не связываюсь. Иди нафиг. Сюда он, наверное, не придет. Так, Марвин, если что, стреляй. Либо зови на помощь. И я приду. Так, сейчас возьмем как-то драгоценный камешек, да, получается? Окей. Блин, там такие звуки. Он в той стороне, по-моему. Ух ты. Он даже руку так разгибает. Скипетр взяли. Зачем нам, правда, этот скипетр? Короткий посох с драгоценным камнем на конце. Изучить камень. А. Да. Красный камень, драгоценный камень, похоже, дорого стоит. Можно загнать. Окей. Смотрите, какой он блестящий такой камешек. Ладно. Что-то новенькое уже взяли, это радует. Ну что? Двигаемся к страшному звуку. А, это вертолет! Ох ты! Это вертолет! Я думаю, что это за звук? Приземлился. О, травушка. Ништяк. Так, тут у нас выход на улицу. Ладно, на улицу пойдем позже. Давайте к вертолету сходим. А, и ни черта, да, не сделать. Он просто нам путь переградил. А в оригинале, по-моему, надо было здесь взрывчатку закладывать. Чтобы очистить путь, короче. Он впилился прям в офис шефа, короче. Если по оригиналу судить. Эй! Леон? Клэр, подожди меня, я сейчас. Хорошо. Клэр, как же я рад тебя видеть. Как ты? Этот вертолет появился из ниоткуда. Да, я в порядке. Полагаю, ни в одном из твоих чудо-карманов ключа нет. К сожалению. Ну да ладно, ты-то как? Да так, просто выживаю. Дело хорошее. Как с братом, есть успехи? Нет,
Пока нет. Не сдавайся, Клэр. Я уверен, мы его найдем его. Черт. Ты ведь знаешь, что сейчас будет? Ага. У кого-то обед. Клэр, тебе надо уходить. Не переживай за меня, Леон. Лучше себя береги. Клэр, уходи. Прямо сейчас. Знаешь что? Давай выживем. Ты и я. Марвин, у меня тут проблема. Меня окружили зомби. Марвин, как ты? Слышишь меня? Марвин? Черт. Проклятие. Черт. Марвин не отвечает. Пипец. Так. Режущий инструмент. А, я так полагаю, вот эти замки, которые, помните? О, что объединить-то? На дверях. Их можно будет болторезом отрезать. Инструмент для резки цепей и других металлических предметов. Как раз вот это можно обрезать. Отлично. Так, да ладно. О, черт. Вылез, блин. Твою мать. Воу-воу-воу, беги, беги, беги. What the hell? Так, он ушел? Вон он. На тебе в ухо. Оплевуха. На. Так, окей, пускай лежит, короче. Ладно. Друзья. О, патрончики. Ладно, друзья, давайте. Попробуем через верх пройти. Ой. У нас вообще жареный зомбарь. Да блин, я не понимаю, где у него голова. Окей, бежим. Я надеюсь, мы не загоримся. Еще один. Ай-яй-яй-яй, Леон. Отвалил. Бегом, 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 бегом. Черт. Так. Марвина нет. Или я не туда смотрю. Марвин лежит. Кажется, ему совсем плохо. Еще жив. Ну, слава богу. Слава богу. Что он еще жив. Так, нам надо в то крыло. Там исследовать надо все это. Возвращаться будет. Вот. Сейчас надо сохраниться, короче. Я побоялся туда идти. Без сохранения. Так. Это мы на хранение бросим. Thank you.
И сохраняемся. И на этом я буду заканчивать, друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Чем больше лайков, даже дизлайков, просто отмечайте, нравится вам или нет. Вот. Пишите в комментариях, как положительные отзывы, если нравится. Ну, короче, высказывайте свое мнение. Вот. О прохождении, об игре. Чем больше этого всего будет, тем чаще будут выходить видосы на крутые игры. Вот, вообще на разные, на всякие. Ну, и я со всеми прощаюсь, кому... Только опять хотел сказать, кому понравилось. Вот. Короче, я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока-пока.